Ах, Одесса, жемчужина у моря. Всем привет, друзья! Вы на канале «Вокруг света», и сегодня я вам расскажу за всю Одессу. Наряду с Киевом и Львовом, Одесса является одним из самых популярных городов среди туристов. Сюда едут как украинцы, так и многие люди из других стран. Куда идут туристы первым делом, приезжая в Одессу? Правильно, посмотреть на море. Черноморское побережье в Одессе действительно кладезь достопримечательностей и красивых видов. Подходя к морю, проходим мимо памятника Дюку де Ришелье, одному из основателей Одессы. К слову, этот монумент считается первым установленным в городе. Вокруг бронзового дюка расположились также Церера, Меркурий и Фемида – древнеримские боги земледелия, торговли и правосудия. Если потереться рукой о мешочек Меркурия, по поверьям можно стать богатым. Если потереть грудь Фемиды, будет все в порядке со здоровьем. А если подержать за руку Цереру, то будешь счастлив. Также есть знаменитая поговорка одесситов «Посмотри на дюка с люка», суть которой заключается в том, что с определенного ракурса возле водопроводного люка по правую сторону от дюка можно увидеть картину с не совсем приличными ассоциациями. Смотрите сами. Но мы отправляемся дальше. Совсем рядом берет свое начало Потемкинская лестница. Бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля. С крутого берега сбегая, уж к морю отправляюсь я. Этой лестнице уже более 200 лет. На ней 192 ступени, 10 маршей, ее длина 142 метра. Потемкинская лестница признана одной из самых красивых в Европе, и она была снята в нескольких известных фильмах. Собственно, после ее появления в фильме «Броненосец Потемкин» ее и стали называть Потемкинской. И вот оно, Черное море и гавани Одессы. Мы идем к пристани, которая находится прямо перед Потемкинской лестницей. Здесь видим памятник жене моряка. Думаю, не нужно объяснять, что он символизирует. Той, что в нелегкий час печали, когда уходят корабли, все остается на причале у соблазнительной земли. С этого причала хорошо видно и Одесский порт, тропу маячника и Воронцовский маяк, который первым встречает и последним провожает все суда, приходящие в Одессу. Предлагаю вернуться к Потемкинской лестнице и пройти наверх. Кстати, имейте в виду, что если спускаться по ней легко, то подниматься то еще в кавычках удовольствие. Наверху проходит знаменитый Приморский бульвар, который считается одним из красивейших в Украине. На одном его конце располагается Думская площадь, где находится, среди прочего, городской совет, памятник Пушкину и пушка. В стороне от бульвара очень красивый греческий парк. На другом конце Приморского бульвара Воронцовский дворец, бывшая резиденция известного генерал-губернатора Михаила Воронцова, который способствовал развитию Одессы и окружающих ее земель.
Также здесь есть Тещин мост, который свое название по одной из версий получил из-за своей формы. Узкий, долгий и шатался на ветру. Особенно это чувствуешь, когда толпа людей на нем прыгает. Становится довольно жутковато. Немного в стороне – стена памяти Кузьмы Скрябина. В этом же районе есть Ведьмин дом, или как его еще называют – дом-стена. Под определенным ракурсом он кажется состоящим всего из одной стены, хотя это и не так. Любители искусства и архитектуры также смогут оценить Одесский художественный музей, расположившийся неподалеку. Сама Одесса – это концентрация уюта и самобытности. Гуляя по городу, то и дело можно увидеть кучу красивых двориков, о которых, наверное, наслышаны все, кто хотя бы раз слышал об Одессе. Идя от музея, я советую заглянуть в еще одно узнаваемое место – Одесский пассаж. Это одновременно и гостиница, и знаменитые торговые точки. Сразу напрашивается аналогия с Миланом, только в меньших масштабах. Здесь снимали известный фильм «Приморский бульвар». Отсюда же берет свое начало и Дерибасовская улица, центральная и, наверное, самая известная улица в Одессе. На этой улице можно найти множество магазинов и кафе. О заведениях питания в Одессе, к слову, смотрите отдельное видео на моем канале. Дерибасовская получила свое название в честь основателя и первого градоначальника Одессы, Хосе Дерибаса, чей памятник стоит в самом начале улицы. На Дерибасовской находится и городской сад, старейший общественный парк в городе. Его основал брат Хосе Дерибаса, Феликс. Сад является одним из самых любимых мест отдыха одесситов и гостей города. Здесь действительно очень красиво. Тут находится ряд важных и узнаваемых памятников. Например, здесь есть один из 12 стульев – памятник писателям Ильфу и Петрову и их знаменитому одноименному роману. По соседству располагается бронзовый Леонид Утесов – памятник знаменитому артисту, для которого Одесса была родным городом. Вокруг этого памятника также ходит легенда о том, что если почесать Утесова за нос, это принесет тебе удачу. К слову, очередь, чтобы сфотографироваться с памятником, порой очень большая, поэтому идеальное время, чтобы это сделать, это раннее утро. Еще одна визитная карточка Одессы находится на соседней улице, Лонжероновской. Здесь располагается Одесский театр оперы и балета. Кроме того, что театр очень красивый снаружи, он еще и сконструирован таким образом, что, находясь внутри, можно со сцены услышать шепот в любой точке зрительного зала. В свое время здесь работали Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Шаляпин, Айседора Дункан и другие известные деятели искусства.
Буквально в нескольких кварталах отсюда находится парк Шевченко, один из самых больших в городе. Здесь можно отметить возвышающееся над ним колесо обозрения и величественный стадион футбольного клуба «Черноморец». Также в парке Шевченко можно увидеть остатки карантинной аркады и сторожевую башню Одесского карантина, остатки бывшей городской крепости. На смотровой площадке открывается красивый вид на порт и море. Будучи здесь, не забудьте заглянуть и к памятнику неизвестному матросу, мемориальному комплексу, увековечивающему память советских моряков, павших при защите и освобождении Одессы в годы Второй мировой войны. Далее берем курс на пляж Ланжерон, один из входов на которых проходит через арку, которая в свое время служила парадными воротами дачи генерал-губернатора Новороссии графа Александра Ланжерона. Ланжерон был первым городским пляжем в Одессе, и сейчас он является одним из самых обустроенных в городе. На Ланжероне располагается дельфинарий Немо, выступлением артистов которого можно только поаплодировать. Билет на шоу стоит 300 гривен. Также при желании с дельфинами можно искупаться и сделать фото, но такие услуги стоят намного дороже. Недалеко от дельфинария можно обнаружить уже знаменитый Дом Солнца, возле которого получаются просто шикарные фото, и чтобы это сделать, нужно выждать приличную очередь. Также здесь можно увидеть знаменитые шары, установленные здесь около 70 лет назад. Тут же можно взять на прокат множество видов транспорта и отправиться, например, по живописной трассе здоровья к Аркадии. А вот и знаменитая Аркадия – элитный курортный район Одессы с одноименным пляжем. На ее территории находится множество различных кафе, ресторанов, ночных клубов, гостиниц, санаториев, торгово-развлекательных центров и других заведений. Так как район находится вдалеке от исторического центра города, в котором мы уже побывали, здесь нет каких-то ярких достопримечательностей. Иначе говоря, сюда приезжают отдохнуть или развлечься. Но и будьте готовы к тому, что цены здесь соответствующие. Далеко от Аркадии есть дендропарк Победа, где можно передохнуть и покормить уточек в пруду.
Немного севернее от дендропарка находится знаменитая Одесская киностудия. За более чем столетнюю историю эта киностудия создала настоящие шедевры, знакомые очень многим людям. Место встречи изменить нельзя. Приключения электроника, Д'Артаньян и три мушкетера, 10 негритят. Да чего уж там, чтобы вспомнить все фильмы, снятые этой киностудией, придется потратить не один час. При киностудии есть музей кино, который я бы рекомендовал посетить всем киноманам. Цена экскурсии 150 гривен за взрослый билет. Там сохранились множество вещей и предметов, которые использовались во время съемок самых известных фильмов студии. Например, здесь есть оригинальные костюмы главных героев фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», а также предметы, которые тоже использовались для съемок. Место встречи изменить нельзя представлено кабинетом Жеглова. Здесь можно посидеть за столом на стуле, на котором сидел сам Высоцкий. Любители кинематографа оценят и прочие локации к другим не менее известным фильмам. Любители животных могут посетить Одесский зоопарк, который может похвастаться большим разнообразием животных. Вход стоит 70 гривен. Некоторых питомцев можно встретить прямо на дорожках зоопарка, проходя мимо вольеров. К слову, некоторых из обитателей зоопарка можно подозвать к себе и погладить. Можно, если осторожно. Для детей здесь также есть несколько видов развлечений, поэтому это место вполне подойдет для полноценного семейного отдыха. Ну а по соседству с зоопарком расположился, чтобы вы думали... Каждый знает, что в Одессе есть Фонтанка и Пересы. И, конечно, не вопрос, каждый знает про Привоз. Рынку Привоз уже почти 200 лет. Он известен далеко за пределами не только Одессы и Украины, а и во многих других странах. На самом рынке нет четкого деления на зоны, то есть один торговец может продавать рыбу, а по соседству с ним другой может торговать одеждой.
Хотя все же несколько павильонов со строгим разграничением товаров здесь присутствуют. Выбор тут достаточно велик, поэтому зайдя на привоз, будьте готовы уйти с тем, что покупать и вовсе не планировали. И да, будьте внимательны, здесь много где обвешивают и неправильно дают сдачу, поэтому перед покупками обязательно просчитывайте все цены и следите за продавцами. Да и откровенно говоря, найти что-то по цене сильно ниже от цен в магазинах очень тяжело, кое-где и вовсе дороже. Место с интересной историей, но довольно своеобразное. В одном из новых павильонов стоит скульптура тети Сони. Наверное, именно такой и представляют многие коренную одесситку средних лет. Еще одним местом, которое хотелось бы отметить в Одессе, является Дюковский сад. Красивый парк на Слободке. Более 200 лет назад герцог де Ришелье устроил здесь загородную резиденцию. А спустя много лет здесь снимались многие сцены из фильма «Весна на Заречной улице». Помимо всего вышеперечисленного, при наличии свободного времени советую заглянуть к памятнику Екатерине Великой и основателям Одессы. Посмотреть на скульптуру Лаокоон, дом с атлантами на живописной улице Гоголя и к многим другим оригинальным памятникам, на которые вы обязательно наткнетесь, прогуливаясь по улицам Одессы. Что ж, это, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам об Одессе. В следующих сериях смотрите, где здесь можно вкусно поесть, а также в какие интересные места можно поехать недалеко от города. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!